Добрый день, меня зовут Чернышова Ольга, я являюсь директором по корпоративным продажам компании DSSL «Торговый маркет России». Сегодня традиционно мы проводим воркшоп, и на текущем воркшопе мы обсуждаем актуальные решения в области видеоаналитики и видеонаблюдения в отраслях тека и промышленности. Присоединяйтесь к нам, будет интересно. Добрый день, меня зовут Сергей Козлов, компания «Белгород Энерго», «Росити Центр». Используем решение «Трассир» на базе CMS. В целом планируем дальнейшее расширение системы, использование детекторов, а также, в принципе, увеличение количества камер. Здравствуйте, с компанией DSSL. Я лично знаком уже очень много лет, еще с 2000-х годов, когда в крупных интеграторах сталкивались с задачами обеспечения комплексной безопасности. Приятно работать с компанией, когда есть хорошая обратная связь и когда на этапе реализации комплексных проектов удается быстро, оперативно подстраивать систему, ее запуску, так скажем. Спасибо. Мы представители компании RGD Tech Service, это дочка RGD. Мы присутствуем на замечательном мероприятии, организованном лидером, наверное, отечественной продукции, связанной с видеонаблюдением, системой безопасности, охраны. И хотели бы отметить, ну, помимо высокого уровня организации мероприятия, замечательной погоды, либо отметить уровень присутствующих междугородних гостей из разных городов страны. Мы используем технические решения, которые данная компания «Трассир» предоставляет, чему не сказано рады. И хотим пожелать компании дальше развития, широты рынка, побольше хороших клиентов. Рады будем сотрудничать. Да, также от себя добавлю, что интересно решение в части видеоаналитики. Очень интересные предложения по расширению каких-то линеек после проработки технических решений со многими вендорами. «Трассир» наиболее отзывчивые и более гибкие возможности по реализации необходимых задач. Наша история, на самом деле, только начинается. Мы активно уже не смотрим, уже идем в сторону компьютерного зрения и очень рассчитываем на то, что решения компании «Трассир», которые презентуют коллеги, помогут нам в решении наших задач, поскольку они у нас амбициозные. Как озвучил на конференции, на панельной дискуссии, измеряется сотнями миллионов рублей, поэтому уверен, что вместе мы достигнем наших целей. Спасибо компании «Трассир».